Рецепт долголетия от известного генетика. Профессор Христо Мемерески, болгарский генетик и целитель, автор десятка книг, читает лекции по всему миру, преподавал свой курс в 200 университетах в 63 странах. Профессор утверждает, что мы сами заколачиваем гвозди в крышку своего гроба, когда неверно выбираем продукты. Старость не является естественным состоянием. По мнению многих ученых, это болезнь, и мы сами ее вызываем своим пищевым поведением. 70% людей в мире умирают из-за преступного отношения к питанию. Подагра, диабет, язвы, инфаркт, инсульт, различные виды рака являются бичом цивилизации. Достаточно соблюдать простые правила питания, чтобы старость отступила. Главное, никаких излишеств и все понемногу. Поэтому я выделил несколько продуктов для замедления старения. Основные из них – овощи, фрукты, йогурт, молоко, вино. Да, вино, но настоящее и в небольших количествах. Во Франции есть традиция поливать мясо красным вином. И их Жан живет на 10 лет дольше, чем Джон из «Туманного альбиноса». На первом месте находится натуральный йогурт, сделанный с помощью болгарской бактериальной палочки. Йогурты из сухого молока с дрожжами не обладают лечебным эффектом. Натуральный йогурт – это наиболее усваиваемая пища. Он предотвращает рак желудка и толстой кишки, останавливает развитие остеопороза. Самый действенный способ очищения и похудения очень прост. 500 грамм натурального йогурта добавить 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 чайную ложку корицы и 40 капель 30% настойки прополиса. Десерт можно разнообразить полезными наполнителями. В него можно добавить чернику, голубику, грецкие орехи, бананы, ягоды и орехи по одной горсти. Банан не больше четвертинки. Этот приятный на вкус десерт можно есть на завтрак и ужин. Если съедать по 2 ложки десерта каждые 2 часа в течение 20 дней, вы заметите, что талия стала более тонкой, волосы блестящими, появилась бодрость и организм в целом оздоровился. Самые лучшие витамины красоты содержатся в салате из моркови и чеснока. В Азербайджане провели эксперимент, доказывающий магические свойства чеснока. В один стакан налили воду с 80 болезнетворными микробами, в другой положили чеснок и поставили стаканы рядом. После нескольких часов микробов не было и в помине. Чеснок убил их дистанционно. Похожими свойствами обладает прополис. Он убивает вирусы гриппа, борется с гастритом, колитом, дисбактериозом, является отличной противораковой профилактикой. Достаточно добавить 20-30 капель прополиса в 50 мл воды и пить 2 раза в день. Милые дамы могут приготовить средства для красивых волос, ногтей, кожи, смешать в стеклянной посуде в равных частях мед, грецкие орехи, курагу, изюм, лимон и принимать по 3 столовые ложки в день. Было создано более 200 химических веществ, придающих продуктам приятный запах и товарный вид. Установлено уже, что эти вещества в концентрированном виде могут привести к смерти. Когда покупаете продукты, внимательно читайте на этикетках самый мелкий текст, потому что именно там перечислены вредные составляющие. Синтетические добавки, нитрат натрия и нитрит натрия являются одними из самых распространенных убийц молодости и здоровья. Их используют для продления свежести мяса и предотвращения развития ботулизма в консервах. Эти вещества изобилуют в колбасе, сосисках, беконе, ветчине, в рыбных консервах. Ими смазывают охлажденное мясо и рыбу. К очень опасным консервантам относятся бутилат гидрокситолуол и бутилат гидроксианизол. Их используют против прогорлости масел для жарки чипсов и при изготовлении салатов, добавляют в готовые торты, жевательную резинку, макароны, чтобы сохранить свежесть и срок годности. Заметьте, это те продукты, которые больше всего любят дети, и при этом они вызывают рак и аллергию. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал, берегите себя. До новых встреч!